Маши быстро. А? Пока не маши. Вы уже понятно. Нет, я не говорю. Маша, не хотите. Спасибо. Ну, ладно, все равно. Thank you.
I
Yes. Давай тебе с кремя. Girl? Yes. Huh? Girl? Boy. Boy, girls. Я спросила, давай, это женское? Он говорит, нет, это мужское, но и женское тоже бывает. When you use this dawa dinduk for boy, and we use dawa dharma for girl. Если dawa dinduk, то это мужчина. Если dawa dharma, это женщина. How translate dawa? Dawa. Moon. Moon? Yes. Дава в переводе означает луна. The moon. And not Dawa is. Kong Dharmala. She's Dharmala. She's Dharmala. Dharma is name of girl. Ah, no. Girl's name. Also it's name of Tara, yeah? Yes, Tara's name, yes. Второе предложение. Kondoma. Kondomala. Kondomala. Ре. Кондормала ре. Переводится как она дома. Она дома ла. Ла это частичка уважительная. Я еще спросила, что дома это имя девочки, но еще дома переводится как Тара. Так же. Ком, you know, for both he and she. Ком, вы знаете, в переводе означает she, он yeah. Или она. For both boys and girls, we say ком. He or she, both with a kong. Yes. Если мы обращаемся, мы говорим про третье лицо, он или она, мы употребляем слово kong. And after dawa, there is no la, you know. And after dharma, we have written la. Why? Because nga means I. Ah, yeah. And this, you know, la is never used for oneself. Okay. Yeah. Вы заметили, есть различия. В первом случае после дава нет лак, ла, уважительного ла. Потому что тут говорится про себя первое лицо число. Это я дава. Я есть дава. То есть меня зовут дава. Второй же пример, это третье лицо единственное число, когда мы говорим про кого-то, либо второе лицо единственное число. Мы употребляем это лак. Это уважительное ла. Ла is a honorific words. Уважительное. We can use for every. Even your father, mother, and all the others. Ba-la, father, with respect. Amala, or mother, with respect. Gen-la, the mother. And Gen-la, or respect with your teacher. Topula, Topula, your friend. Yes, Gishin-la. If you put la, it's a honorific and you pay it, like a good respect. But never use for oneself. Say honorific. Это частица ла употребляется даже, мы можем назвать папа, пала, мама, амала. Мы можем назвать генла к своему учителю, мы можем назвать гешела к нашему учителю тибетского языка. И оно всегда употребляется в уважительном значении, но никогда не употребляется в первом лице единственного числа, никогда мы не говорим про себя, ла. So here we can write ла, на, дава, ла, инзи. Здесь not good. Поэтому в первом случае мы не написали ла, это не очень хорошо. Кон дромала ле. She's дома. Кон дромала ле. Она есть дома. То есть она дома. This is one sentence. This is one sentence? Yeah. This is one sentence. Вы видите два предложения. Первое, второе. На
and Kong he she. Ma это я, Kong это он, она. And di this. Di это. Di de pre. This is a book. Di de pre. Это есть книга. De это книга, re это есть. And yeah, de zo. We put zo is a plural. De zo you go re. These are pen. Pens. Pen. Pen. And we write letters. Pens. Pens. Yes. Yes, are you okay? Pens. Yes. These are pens. Okay. Когда мы употребляем частичку co, это говорит о том, что здесь множественное число присутствует. Дицо в переводе означает эти. Нюгу ручки ре есть. Если просто ди нюгу, то будет эта ручка есть. Это ручка, то есть. This is a book and these are pens. Третье предложение это книга. Четвертое предложение это ручки. De tapare. De is that. De tapare. That is a monk. Тот монах. Там, то есть монах. Тот есть монах. В переводе означает. Но в русском языке нет таких сильных различий, поэтому мы можем дословно переводить тот, а в смысле будет это монах. De to. Those are. Yeah. Those are yaks. Yeah. Также... Также в шестом предложении децо, то есть те яки, децо як ре, децо те як яки ре есть. So here not like this in English and Russian, this subject and this you know. Different. Yes, a little bit different. Yes. Вы видите порядок слов совершенно другой, не такой как в русском и в английском языке. В тибетском языке порядок слов отличается. Вначале идет существительный, потом идет прилагательный, и всегда в конце предложения идет глагол. And now there's the verbs. They also always comes after the noun always. You know? Yeah. Na, de, log, ye. Log is a verb. Yeah. And ги, ye is the verb complement. Yes. Yeah. Как бы глагол всегда идет после прилагательного. Вот в следующем предложении «наде логиёре» «логиё» «на я деп» «бук» «книга» «логи» «лог» «лог» читаю «ги» родительный падеж «гиё» это вспомогательный глагол «I'm reading» «я читаю книгу» «я есть читаю книгу» то есть я в английском языке I'm reading book, а в русском языке я читаю книгу. Керан, еги, тигиту. Керан, керан, еги, ти керан. Керан is you. You are writing a letter. Керан, you are. And еги, letter. D means write. D. Yeah. You are writing a letter. It's present, yeah? Yes, it's present. Вот следующее предложение. Керан и гедиги дук. В переводе означает ты пишешь письмо. Ты пишешь письмо. Это настоящее время. Керан это ты. Иге what's this? Letter. Письмо. Иге это письмо. Диге ди write. Right. Ди писать. Гидук. Наверное, частица дук, what's this? You are, like you are. Вспомогательный глагол есть. So this both this на девлогию, керан еги дигиду, вот present tense. Вот эти первые два предложения, вот первое про книгу, что ты пишешь книгу, ты читаешь книгу, я читаю книгу. И второе, ты пишешь письмо, они оба в настоящем времени употребляются. Кон дили ла пепсон. Ла is missing. What? Дили ла. It's right here, ла. Я что-то забыл подставить ла. Ла в, то есть.
Подпишите нам, если вы начали. Om Dilila Pepson, past tense. He went to Delhi. He went to Delhi. Ага. Он поехал в Дели. Это прошедшее время уже. Вы видите? Ком, он. Song shows the past tense. Yep. Song означает прошедшее время. Эта частица показывает то, что это прошедшее время. Ком, he, yeah? Yes. Дели. Дели, yeah? Ком, он, Дели, Дели, ла, в... Пепсон. Пепсон. Уехал. Пеп, ехать, наверное. There is an honorific. Ком, ком, Дели, ла, джосон, ordinary words. Ком, Дели, ла, пепсон, honorific, honorific. Вот это предложение уважительное. And this should not be used for oneself. Not Delila Pepson. Ah, okay. Итак, мы не употребляем, если мы говорим про себя. Not Delila Pepson. Мы не говорим так. То есть я уехал. How we can? Not Delila Togin. Not Delila Togin. Togin? Togin. Future tense. Если мы говорим про себя, я поеду. Togin. Используем. Togin. Yeah. Here. Kong Dilila Pepson, he went to Delhi. He went to Delhi. И вот это предложение переводится как он поехал в Дели. Mm-hmm. So again, so if we, plural, yeah. Plural is we. Вы видите, ма это я, ма цо это мы. Цо опять множественное число. Чам чам walk. Чам чам гулять. Walk. Go for a walk. Yeah. Just go for walk, yes. Yeah. Mm-hmm. Cham-cham, это гулять. Mm-hmm. So, cham-cham, la, dugin. Again here, la. Опять Сергей Лаза был la. La, то есть в. Cham-cham, la. And so, cham-cham, la, dugin. We are going for and walk. How to translate this la? Where? Huh? This la, how to translate here? It's actually the Latin. If cham cham la, where we are going to walk. Yeah. And where means cham cham, and so cham cham la, begins. La. We are in a walk. We are in a walk. Yeah. It only doesn't have any meaning. Yeah. Just it's just like conjunction in India in English, like just joining the words two words, cham cham okay. And draw lines. Yes, la. Just relation. Joining the two these two relations. Yes. Okay. Вот здесь la. Не мы пошли на правый. Вот это la иногда оно имеет очень много значений. Правильно, Катя перевела la. Здесь мы пошли на прогулку. Иногда просто la оно вставляется, чтобы соединять первое и второе. Например, связки, чтобы не было грубых переходов. Yeah, actually, it's Latin, no? Yeah. That's one conjunction. In grammar, we'll understand it. Это связка называется, это частичка для связки называется ладон. Ладон. Terminal to be swear queen for a walk. Dugin. Dugin. The present. Yes. Present. The present. Yes. Dugin. And so, cham cham la dogin. Not future? Future, yes. Future? Future? Yes. Это будущее время. До идти, гиин, пойдем. Cham cham la dogin. Мы пойдем на прогулку. Это будущее время. And so, cham cham la dogin. If you write here you, then present it. Can you write here you? Если будет написано you, а не in, то будет настоящее время. Cham-cham la dogi-ye, present tense. Dogi-yin, future tense. And past? Cham-cham la chimba-yin. Chimba-yin. Instead of do, we should write chin. И я спросила прошедшую форму. Будет не до, а чимба-yin. Lama, sung-chu, nam-sung. Lama is a, you know,
guru. Yeah. Who gives teaching and lama. Uh-huh. And sumche teaching. Uh-huh. Sumche teaching. Nam sung give away. What? Give teaching. Ah, okay. По последнее предложение ламе сун сунчу нансун нансун past tense. Это прошедшее время переводит дословно учитель дал учение. Ламе это учитель, сунчу сунчу это учение и нансун преподал. Отдал. Дал. Гуру Dharma teacher, you know? Lama yeah. Teacher. И ламе, вы также знаете, это гуру, ваш учитель, ваш гуру. В санскрите это гуру. Yeah. Mm. В санскрите будет писаться гуру. Гуру. In Tibetan it's called lama. В тибетском языке пишется так, ламе. Mm. So actually it means that you're just instructor, teacher. Uh-huh. И означает это ваш учитель, ваш наставник духовный. Гуру gave. Teaching. Guru дал учение. Учитель. Сумче. Нан is also wow. Нан это также глагол. And song is a wow. Complement comes after the wow. Сон это вспомогательный глагол. Вспомогательная частица, которая показывает, что это прошедшее время. And that shows a past tense also. Song. Yeah. Она показывает прошедшее время. So these are, you know, sentence, how to make sentence in Tibetan. Yeah. И вот Гешала нам показал, как получается предложение в тибетском языке. Как они формируются. Какой порядок слов? So now we'll learn how to read yeah. Tibetan letters, spelling yes. И теперь мы будем учиться читать их по буквам вначале. Как читать правильно эти предложения. So this is Tsagibutikatik. Tsagibutikatik. Tik means word. Tik переводится на часть слова. Yeah. And dun is meaning. Dun. Dun, many. Yeah, dun, много. Meaning. Word meaning. Ah, meaning, значение. Dun, значение. Tik means a sentence. Цикдук – это предложение, то есть we make many words together and make the long много sentence. Слов вместе цик-дук. Образует предложение. But it's a sentence. Дук, how to translate? Дук means to many. Make or just, it's just a verb. Just to come and to make or just to success with the meaning. Дук в переводе, это глагол, в переводе означает собирать, то есть ну, вместе как бы, успешно вместе складывать. Сагадага гарадада дашим джуту па дуб. 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 Цик дуб. Цик дуб. Цик дуб. Цик дуб. Хагигу цика цик. Sakataka garatata dasham judu pa dup. Sakataka garatata dasham judu pa dup. Tik dup. Tik dup. Tik dup. Tik dup. Nga. Nga. Salatada. 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 Wa. Wa. Yagigui na yin. Yagigui na yin. Yagigui na yin. Yagigui na yin. When this comes after any other word, you know, then it should read as a wa. It's a half wa. Actually, we say it is called half wa. Uh-huh. The full wa is this one. И вот эта буква ба, вы видите, это иногда ее называют половинкой wa, half wa, половинчатая wa. Есть еще одна буква в тибетском алфавите. This is wa. Actually, is wa. Это wa. And this is like this. This is half wa. И это ba, это половинка wa. Поэтому иногда она читается как wa, если она идет после. Да, wa. Слога. Если она одиночная.
Кава. Кава. Помните, было слово кава? Шава. Шава. And рава. Рава. Like this. When this comes after any word, you know, yeah. Like this. This comes after sarata da. Yeah. That's why we read ва. И почему мы ее читаем ва, а не ба? Потому что она идет после другого какого-то слога, и она одиночная. Тогда мы ее читаем ва. And this before the in the starting, then you so you should read as the ба. Когда она в начале, то мы всегда ее читаем как ба. Батин. Батин. What's this? Батин is a black flag. Special flag, yes. Это специальный флаг. And бачу. Бачу. Батин батин. You know. Бачу. Кау. What? Кау. Animal cow. Oxen cow. Cow. Бачу. Cow which we get milk. Корова. Бачук. Корова. Бара. 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 Yeah. We remember this word. Yes, бара. Помните слово бара? So here, when we discuss people, we read this ба. Бара. Когда ба идет впереди, слог первый, то она считается как ба. But here we read ва. Но здесь мы читаем ва, потому что она идет после. Comes after ра, рава. Only ба has this some complicated. That's all. This doesn't like that. No. Только ба всегда такая сложная, и она читается по-разному. Остальные буквы все отлично. So it is used as a half ва. И поэтому. This is ва. Поэтому иногда называют ее половинкой ва. This is like a half of the half of this one. Yeah. Like this. This half. Как видите, она половина буквы ва. That's why whenever we read after any letter, this you should read ва. Yeah. If it's before, then you should read ба. Ну еще раз повторяю, Диша, это правило, что когда она идет после, то она читается ва. Если она идет перед, она читается ба. When this letter, you know, ба. If it has, prefix da. Yeah. Da. Dao. Again, we should read wa. Okay. Dao wa. Wa shim ji wu. Dao wa. Wa shim ji wu. Du. U. 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 Head. Yeah. Honorific word. Вот вы видите слово? У. Саньи ги у. Пламя у. Yeah. У. Вы видите слово, которое написал Геншала? Она переводит, означает голова, это уважительное слово. У. Почему у? Потому что да, это приставка, она не читается, да у. Не читается. И вот это тогда после. Это буква ба после буквы да, она уже начинает читаться как а. Запомните это правило. Только такая буква ба, она сложная. Again, the дау. Ам. Дау ван, а ван. Ван? Ван. Инициативен. Initiation. А следующее слово, ван. Оно считается как ван. И оно переводится, значит, посвящение. Дау, ван, сила. Ван. Also force, yeah? Force. Ван. Ван. Yes, power. Yeah, power. Power. И также сила, yeah. Власть. Ван. У, ван. Whenever there is a prefix da is there or ба. Yeah. It's always read ва. Ва. И всегда, если есть приставка да, то он читается как ла. Иногда как а. Юм. Того вай дьян а са ян. 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 И это слово читается как ян. Вы видите, ба, ба я так, она после слова, после буквы да, ба читается как а я так будет я, ян. Сами мы не читаем, потому что это второй суффикс. Дау ва, а я, дау ва, это я. Ага. Here we дау ва, на ван, дау ва, ва, ши, у, дау ва, на ван, дау ва, это я, на са, ян. Ян, это вавл.
vowel. Yang в переводе означает гласное. And you know the tune of the songs and prayer, the long tune. Yeah. Tune. This also called yang. Tune? Yes, tune also, yeah. When we sing song and do some prayers, there's a very long tune, you know. Long time, yeah. Long tune. That is called also yang. И также это слово иногда переводится как длинный тун. Когда мы поем очень много призываний, мы молитв, мы обращений делаем, то это будет также yang, также будет переводиться как тун. Длинный тун, скажем так. Yes. Мелодия? Обязательно мелодия? Ну, поправка, если мелодия. So, in dwell, this bias, this here, ba. A little bit so complicated, confused. But I'm going to, when it is on the first, we should read ba. Yeah. When after one letter, it comes like a kawa, rawa, shawa. Yeah. Then you should read as wa. And it's not difficult. И как вы видите, только буква ба в тибетском языке очень сложно читаема. Когда она после стоит какой-то буквы, она читается как ва. Когда она перед, она читается как ба. После да, она читается обычно как и а. And when it has a prefix ta, then we should read wa. Oh, wa. Если, извиняюсь, если приставка да, то мы читаем wa. Ну, скорее, а, по-русски. Don't forget what this. Вы должны не забывать это правило. Oh. So that's why here, da wa. Da wa. Da wa. Not da ba. This is done da ba. Дава. Дава. И это имя девушки мы должны произносить дава. Не дапа, а дава. Дава. Мун. Да, луна. And month also. Month. 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 For January, February, March. Month. For January. March. March. All the name of the, what's called month. In English you said. Month. Yeah. But in Tibetan we said дава. Также в тибетском языке дава это месяц. Tawa, tawa tangbo, tawa niwa, tawa sumba, like that we say. We don't say, although their name for each month, but we say only tawa tangbo niwa, first month, second month, third month, peda tangbo, peda niwa. Вы знаете, в тибетском языке не говорят там январь, февраль, март, апрель. У них говорят первый месяц, второй месяц, третий месяц. Вот, и говорят дава, дава ним, дава, и так далее. Nga dawa nga dawa nga salap da da wa ya ki wu yi na yin nga salap da da wa ya ki wu yi na yin nga dawa yin nga dawa yin nga dawa yin nga dawa yin nga 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 dawa dawa yin yin nga 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 salaptanda 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 wa 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 yagi gu yi na yin 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 nga dawa yin nga dawa yin kana ro kong a kong Kanaro ko nga kong. Kanaro ko nga kong. It's also like a honorific word, kong. Также уважительное слово kong. And in ordinary, when we say to our small boys, like, and for the boys, ko. Ko. Yes. Right. And for the girls, mo. Without mo? Without mo, yes. Если мы это уважительное, как бы это уважительное название он ком. Если мы говорим, например, так пренебрежительно в повседневной жизни, мальчик, мы говорим ко, вот написал Гишала, девочка мо, то есть она. When we quarrel to each other, then we say ко, мо. Когда мы с кем-то ругаемся, то есть соперничаем, соревнуемся, мы говорим ко, мо, то есть она, он. Ко, 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 мы сделаем. Ко. Good word. Пренебрежительно. Это нехорошо. Кому хорошо? Канаро конга кому. Канаро конга кому.
Sagata ka karata ta tanaro la dul. Sagata ka karata ta tanaro la dul. Ma. Ma. La ka sa la. La ka sa la. Radimbure ta re. Radimbure ta re. Kanaro konga kong. Kanaro konga kong. Sagata ka karata ta tanaro la dul. Sagata ka karata la dul. Ma. Ma. La ka sa la. La ka sa la. La ka sa la. La ka sa la. Radimbure ta re. Radimbure ta re. Kung drama la 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 re. Kong drama la re. Kong drama la re. Au dagi gu di. Au dagi gu di. Dadengbo de ba de. Dadengbo de ba de. Dadengbo re ta re. Dadengbo re ta re. Di te re. Di te re. Di de re. Di te re. Au dagi gu di. Au dagi gu di. Dajengbo de ba de. Dajengbo de ba de. Rajengbo re ta re. Rajengbo re ta re. Di de pre. Di de pre. Di de pre. Di de pre. Ao dagi gu di. Ao dagi gu di. Tsana ro tso. Tsana ro tso. Di tso. Di tso. Di tso. Di tso. Sanya da nya nya shem ju nyu. Sanya da nya nya shem ju nyu. Sanya da nya nya shem ju nyu. Ka shem ju gu. Ka shem ju gu. Ra den bo re ta re. Ra den bo re ta re. Te tso nyu gu 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 re. Nyu gu. Nyu gu. Nyu gu. Nyu gu. When there's a no superscript sa and it's sanya da nya. Sanya da nya. If there's no this sa, only this nya, it is called nya. Ага. Если вы видите подписная буква первый этаж, то есть са, то ня более смягчается. Звучит ня. А если она просто без са, она звучит просто ня. And if there's again, you know, prefix. Prefix. Yeah. Then it's also called kao nya. Kao. Kao nya gigu ni sa ni means two. Yeah. Kao nya nya gigu ni sa ni ni two. Yeah. И вот слово я написала гешала, оно в переводе означает два. Кау нья гигу ни са ни. Мау ня ма ням. Мау ня ма ням. Мау ня ма ням. Experience. No. Ням. Together. Together. Equal. Равный. Ням. Равный. Ням. Also together. Also. We go together. Ням. To talk. And together. Experience. How? Experience. Not ням. 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 Can you write this? А переживание? Ням. Я спрашиваю. Ням. Переживание. Ням. Ни. Пишется по-другому. Ням 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 ням. А я. Ням. This you read ням. This is ням. А вот видите разница между первым и вторым. Небольшая такая разница. Ням. Мау няма ням. Мау няма ням. Ням. Няма са ням. Няма са ням. Няма са ням. Няма са ням. Я ням. 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 Второй случай, скорее всего, тверже, чем первый, да? То есть первый случай, он немножко мягче звучит, чем второй. Ну, смотрите сами, как читает Гешова. А первый как переводится? Первый случай переводится как равный, а второй – это переживание. And this, you can write this also like самадама, самадама, майя дайня.
Samadama, Maya Danya, Nyashim Yunyu. Kashim Yuku, Yuku. This can be also possible. It's any can, you can write anything. Yeah. Nyu, or Sanya Danya Nyu, Nyaku, or Samadama, Maya Danya, Nyashim Yunyu. Both right. It also meaning. Pen. Same meaning, same. The same? Yes, same meaning. Вы видите, Гешала написал другую букву. Самада. Сама мадама, Маятаня, Няшабджу, Кашабджу гу. То есть вы можете написать по-другому, но значение остается тоже. Нюгу в переводе означает ручка. Он написал по-другому. Можно написать так же. Нюгу. When there's самадама, Маятаня, Няшабджу ню. When there's no са, you know. Маятаня, Няшабджу ню. Yeah. It's a little bit different again. Если не будет са сверху, то же самое будет ню, но более тверже. The pronunciation is different, yes. Little bit. Нюку, нюку. Which is stronger. Stronger. Yes. It will be stronger. When we grow some wheat or rice, it comes very little. That's called нюку. Нюку. А нюгу также, вот если будет так писаться, без са, то будет переводиться как маленький росток. When you write са, it is pen. Нюгу. Если мы напишем вместе са, то это будет переводиться как ручка. Yes, the pronunciation is also different. Yeah. One is нюгу, and another is нюгу. Нюгу. Более уверенное это ручка. Неуверенное произношение это росток. Sanya da nya nyashim ju nyu kashim ju gu ra tem bo re ta re These are pens. Это ручки. Тадем во де. Тадем во де. Гара да да. Гара да да. Васур. Васур. Па. Па. Тадем во ре та ре. Тадем во ре та ре. Де та ба ре. Де та ба ре. Де та ба ре. Де та ба ре. Тадем во де. Garatada, Garatada, Pa, Pa, Radingureta, Re, Radingureta, Re, Deta Pare, Deta Pare. That is a monk. That. That means that. D means this. D, это. How do you D? This. D, это. D, to. Radingure, that. To mana. That is a monk, yes. Децо. Децо. Тадингу де. Тадингу де. Цанару цо. Цанару цо. Децо. Децо. Дус. Те. Кау я ка я. Кау я ка я. Кау я ка я. Кау я ка я. Тадингу ре та ре. Тадингу ре та ре. Децо я ре. Децо я ре. Same thing here also. If there is a prefix, we read yak. And there is no prefix, yaka, yak, yakpo. Yakpo. Если то же самое правило. Если есть приставка, мы читаем як. Yakpo means good. А если нет приставки, то мы читаем як, якпо, знаете, хорошо. Якподу. Хороший. Хороший. Якподу. And here, як. А так просто животное як. Кау я ка я. Кау я ка я. Кау я ка я. Кау я ка я. You know this? Я ка я. Я ка я. Я ка я. Я ка я. Я пуду. Я пуду. Я пуду. Я пуду. Я ка я. Я ка я. Кау я ка я. Кау я ка я. Кау я ка я. Кау я ка я. Радингу ре та ре. Радингу ре та ре. Децу як ре. Децу як ре. Децу як ре. Децу як ре.
대소 약래. 대소 약래. 나. 나. 다른고 대바 대. 다른고 대바 대. 다른고 대바 대. 다른고 대바 대. 칼라타 라나로 로카 로. 칼라타 라나로 로카 로. 칼라타 라나로 로카 로. 칼라타 라나로 로카 로. 가기 구기. 가기 구기. 야나로 여다 여. 야나로 여다 여. 나. 나. 데. 데. 로기 여. 로기 여. 나. 나. 데. 데. 로기 여. 로기 여. 나. 나. 데. 데. 로기 여. 로기 여. 카야다 차 차등 고체 다 체. 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 랑아 랑. 랑아 랑. 케랑. 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 When you we write the naru in it. Cute, and then again. Not honorific. Yeah. This is honorific. Ah. And you write the kana, kaya, the cha, cha, naru, cute, like cute, naru. You, no. Yeah, same here, you. Если не будет дембо, а будет наро, то это также будет пренебрежительное отношение. Ты. То есть, ну, ты такой. Cute is an honorific word. Это уважительное отношение. Cute. Cute. Неуважительное. Ordinary, yes. Обычное. Пренебрежительное. Кая дай ча, ча дэнгу ке дай ке. Кая дай ча, ча дэнгу ке дай ке. Ранг а ранг. Ранг а ранг. Яги гу и. Яги гу и. Га дэнгу ге. Га дэнгу ке. Ау бара да 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 ги гу ди. 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 Га ги гу ги. Га ги гу ги. Ау дашам чу ду ка ду. Ау дашам чу ду ка ду. Керам. Керам. Иги. Иги. Тиги. Тиги. Ду. Ду. Керам. Керам. Иги. Иги. Тиги ду. Тиги ду. Керам. Керам. Иге. Иге. Диги. Диги. Ду. Ду. Канаро конг а конг. Канаро конг а конг. Канаро конг а конг. Канаро конг а конг. Ла да 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 ги гу ди. Ла да 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 ги гу ди. Ла ги гу ли. Ла ги гу ли. Ди ли. Ди ли. Ла. Ла. Па дэн бо пэ ба са пэ. Patin bo pe ba sa pe. Patin bo pe ba sa pe. San aro song a song. 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 Kong. Kong. Dili la. Dili la. Pep song. Pep song. Kong. Kong. Dili la. Dili la. Pep song. Pep song. Kong. Kong. Dilila. Dilila. Pepsong. Pepsong. Nga. Nga. Chanaro to. Chanaro to. Au cha ma cham. Au cha ma cham. Au cha ma cham. Au cha ma cham. La. La. Au gara da 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 naro dro. Au gara da 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 naro dro. Gagi gu gi. Gagi gu gi. Yagi gu yi na yin. Yagi gu yi na yin. Ngan cho. 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 Cham cham. Cham cham. Cham cham. Cham cham. La. La. Du gi. Du gi. Yin. Yin. Ngan cho. Ngan cho. Ngan cho. Ngan cho. Cham 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 la la dogi dogi yin yin palapta la palapta la masa me masa me kausa shimju sung a sung
Gao sa shab ju su ma sung. Gao sa shab ju su ma sung. Chan na ro che sa che. Chan na ro che sa che. Gao na nga nang. Gao na nga nang. Sa na ro song nga sung. Sa na ro song nga sung. La me. La me. Sung ju. Sung ju. Nang sung. Nang sung. La me. La me. Sung ju. Sung ju. Nang sung. Nang sung. La me, la me, sung chu, sung chu, nang sung, nang sung. And here also, if there is prefix ga, then you say nang. Nang. If there is no prefix, nang, nang la, nang la. И тут то же самое правило. Если есть приставка га, мы считаем нанг. Если нет приставки, то будет нанг. 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 Нанг ла. Нанг. Нанг ум. Ом. А если нет приставки, то будет другое слово. Нан – это дом. Ин also. Хэнбэ нан. Ин. Нан ла. Нан ла. Все. Кам ин. Нан ла переводит, то есть приходите в дом, домой. Before our home also we say нан. Мы как бы свой дом мы называем нан. Нан. А when there is a prefix га, we say нан. Если есть приставка га, то будет нан. Нан сон. Нан сон. Нан just give away. Нан это. Give. Сон чу это уложить на отношения. Нан сон. Нан сон. То есть вот нан это вот honorific word. Нан это также уложительное слово. So again. Еще раз повторяю. Саги гу ци ка цик. Саги гу ци ка цик. Сага да га га ра та 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 шим джу джу ба джу. Сага да га га ра та 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 шим джу джу ба джу. Цик джу. Цик джу. Цик джу. Цик джу. Нга. Нга. Салап та да. Салап та да. Ва. Ва. Я ги гу и на ин. Я ги гу и на ин. Нга та ва ин. Нга та ва ин. Нга та ва ин. Kana ro ko nga kong. Kana ro ko nga kong. Saka ta ga ga ra ta da. Da na ro de la de. Saka ta ga ga ra ta da. Da na ro de la de. Ma. Ma. La ka sa la. La ka sa la. Ra de bo re ta re. Ra de bo re ta re. Kong jama la re. Kong jama la re. Ao dagi gu di. Ao dagi gu di. Da den go de ba dep. Da den go de ba dep. Da den go re ta re. Da den go re ta re. Di dep 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 re. Ao dagi gu di. Ao dagi gu di. Sa na ro cho. Sanya da nya nya shim ju nyu. Sanya da nya nya shim ju nyu. Ga shim ju gu. Ga shim ju gu. Ta teng bo re ta re. Ra teng bo re ta re. Te tsu nyu gu 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 re. Ta teng bo de. Ba den go de. Da den go de. Da den go de. Ga da da. Ga da da. Wasur. Wasur. Pa. Pa. Da den go de ta re. Da den go de ta re. De ta pa 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 re. Da den go de. Da den go de. Tana ro tso. Tana ro tso. Gau ya ga yak. Gau ya ga yak. Gau ya ga yak. Gau ya ga yak. Ra de mo re ta re. Ra de mo re ta re. De tso yak re. De tso yak re. De tso yak re. De tso yak re. Nga. Nga. Ra de mo de ba dip. Ra de mo de ba dip. Kalak da la la na ro lo ka lok. Kagi gu gi. Kagi gu gi. Yana ro ye ta ye. Yana ro ye ta ye. Nga dep lo gi ye. Nga dep lo gi ye. Nga dep lo gi ye.
Теперь мы читаем. Я на руле.
Ягигуи. Кайгатенбуге, ао, баратача, тайгигуди, гау, гагигуи, ао, дашабджуду, калю, кера, иге, диги, ду. Хана, гуна, кун, лада, лада, дагигуди, лагигули, лау. Паден буте баса теп сана русо на сон кун ди ли ла теп сон ма сана русо ау ча ма чам ау ча ма чам ла ау гара та дза дана русо га ки гу ги Я на руину, я гигуи, наи. Ма, суфазо, чам-чам-ла, дуги-и. Ба-ла-та-ла, ма-са-ме. Кас, гау, са-шам-чу-су-ма-су. Ча-на-ру-чу-са-чу. Гау, на-ма-нам. สนารุสุมาสุนาเมนาเมนาเมสุนชุนาสุนาเมสุนชุสุนชุนาส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 ุนา
Din de vre, din de vre, din
4 февраля, среда.